24-летний осужденный пытался пронести наркотическое вещество в учреждение Е-164-3. При обыске в его желудке обнаружен сверток со специфическим запахом. Согласно экспертизе, в нем оказалось почти 3 грамма марихуаны. Найти вещество удалось только при проведении полного обыска. Сотрудниками учреждения вызвана следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации учреждения. Начато досудебное расследование по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 160 месячных расчетных показателей. Обнаружение данного запрещенного вещества стало возможным только при проведении полного обыска осужденного, который проводится по прибытию осужденных в исправительное учреждение. Предлагается ему обнажиться полностью до нательного белья, сдать все ценности, драгоценности добровольно, также вот вещи полностью осматриваются, также осматривается полностью тело осужденного, межпальцевые промежутки, ушные раковины, также полости в организме и полость рта. Для осмотра полости организма осужденному предлагается расставить ноги на ширине плеч и сделать упражнение, приседания до 10 раз.